Пригородные перевозки в Краснодарском крае сокращать не будут. Наш регион – один из немногих в стране, где железнодорожникам полностью компенсируют разницу между стоимостью билетов и фактическими затратами на перевозку пассажиров. Напомню, что с 2011 года такую разницу субъекты страны должны возмещать из местного бюджета. Накануне представители РЖД объявили, что далеко не все исправно выплачивают компенсации. В следующем году железнодорожники будут заключать с регионами договоры на местные перевозки в том объеме, на который хватит денег, заложенных на компенсации. Как сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги, наш край в число неплательщиков не входит.